Привет всем, я Хизер Томас, и как вы уже заметили в начале, я много пою, играя при этом на барабанах, и у меня есть 5 советов, которые помогут улучшить ваше пение за барабанами. Поехали! Первый совет. Играйте, сидя в сбалансированной позиции. Из-за пения вам необходимо правильно дышать. А многие барабанщики скукоживаются вот так, или играют, типа, выдвинувшись. Немного. Но мы будем сидеть ровно, прямо и сбалансированно. Микрофон должен быть прямо перед лицом, не где-то сбоку, не там, где к нему нужно тянуться вверх или вниз. Он должен быть прямо перед лицом и не попадаться в пространство движения палочек. И таков первый совет. Убедитесь, что сидите в ровной, расслабленной позиции. Окей, второй совет. Это проработка своего дыхания. Когда нужно дышать? Потому что нам нужно вдохнуть перед пением. Поэтому надо выяснить, где в песне ты будешь дышать. Если это в середине такта, ну или, скажем, начинаете петь с первой ноты такта, то нужно вздохнуть на три или че предыдущего. И это надо отрабатывать. Можно отрабатывать дыхание на сильную долю. Давайте я покажу, как это делается, если играть бит типа такого. Я покажу, как дышать на бит че. Вот так нужно лишь потренироваться вдыхать и выдыхать в ритме. Раз, два, три. Вот так просто потренируйтесь, чтобы научиться дышать вовремя и не запороть из-за этого барабанную партию. Также стоит потренироваться дышать и в других частях песни, например, ну, тут все зависит от того, где начинается вокал. Так что надо сначала понять, когда начинается пение, и вдохнуть на пару долей раньше. Вот это стоит попрактиковать, чтобы брать хороший глубокий вдох воздуха. Совет номер три. Хорошенько выучите грув и будьте в нем постоянны, прежде чем начинать еще и петь. Когда не нужно думать о груве, это делает пение за барабанами значительно проще, когда грув играется естественно и просто, и не тратит на себя внимание и ресурсы мозга. Итак, если играешь грув, я сыграю простой грув из 16-х. И нужно выучить этот грув очень хорошо, чтобы говорить поверх него, или петь, решать алгебру, и неважно что еще. Но сам грув должен оставаться хорошим и ровным. И начните с простого. Начинайте с того, что уже просто для вас. Если вы не пробовали петь за барабанами, не стоит делать партию суперсложной. Это очень круто петь поверх таких сложных партий, но не с этого надо начинать. Так что убедитесь, что хорошо знаете, играйте свой грув. А вот следующий совет немного сложнее, потому что в нем идет речь о том, как соотносится ритм голоса с движениями руками и ногами. Так что если играешь обычный грув, например, я играю грув 16-ми дробями. И с этого можно начать, когда репетируешь и прорабатываешь свой ритм. Проще всего начать с 16-х нот и посмотреть, как все звучит. Я сейчас спою первую строчку этой песни, она начинается на че. А это значит, что мне надо делать вдох на счет 3 и начинать петь. И потом я объясню, на что надо обратить внимание. Итак, тут я думаю о том, какие слова с какой рукой соотносятся. И если мы начинаем на че, то это 1/8 и 2/16. Че-ка-та. И в 16-х нотах это будет правой, правой-левой. А дальше на другую слабую долю, то есть... Как можно заметить, ритм написан как че-ти-ка-та, два-ти-ка. И это можно делать всю песню, просто надо разобраться, где это делается, и отработать. Попрактиковаться в том, чтобы связать вокал с игрой конечностями. Я делала акценты на нотах, чтобы хорошо связать их с тем, что на них происходит. Это другая форма независимости. Можно отработать игру разных рисунков каждой рукой, и таким образом каждый кусочек становится очень привычным, и не надо ни о чем думать. Так же будет и с голосом. После такого можно будет просто спеть поверх всего, что происходит внизу. Но иногда нужно некоторое время, чтобы все соединить. Вот такой способ хорошо проработать свои партии. И совет номер 5. Когда вы привыкли к сочетанию ритмов и можете легко спеть свою партию поверх того, что играете,
Я посоветовала бы отработать входы. Если входы хорошие, ровные, то все точно будет в порядке, потому что грувы ровные и уже отработаны. Но мне кажется очень важным отработать именно входы. И прорабатывая их в груве, я нашла самый эффективный способ. Я просто зацикливаю барабанный рисунок и отрабатываю нужный вход. Сейчас это будет... И это все я делаю снова и снова до тех пор, пока эта часть не покажется мне очень простой, и я смогу с нее начать песню. Вот такой бит. Смотрите, я вдыхаю всегда в одном и том же месте на три, и если вы запрограммируете это у себя, об этом не надо будет думать. Также грув будет более ровным, вокал будет более естественным. Чем дольше это делать, тем меньше придется думать о ритме в целом. То есть голос не будет звучать, как будто какой-то сложный ритм. Вы просто будете петь все, что угодно, как будто говорите. Но тренировка в этом контексте в груве — один из лучших способов сделать так, чтобы пение ощущалось очень естественно и цельно. Вот такие советы пения во время игры на барабанах. Надеюсь, это поможет начать или прояснить какие-то вещи, если возникли с этим какие-то трудности. Если вам понравилась моя музыка, ее можно найти на heatherthomasmusic.com. Или подписывайтесь на мой инстаграм Heather on Drums. Я сейчас доиграю остальную часть песни. Спасибо большое. You've got to close your eyes to find your sight.